Для Нины Рафаленок рождение дочери в первый день лета стало приятной неожиданностью, ведь появление на свет малышки ждали только 16 июня. Теперь День защиты детей для женщины и ее супруга по-настоящему двойной праздник. Подарок весом 2 килограмма, 670 граммов и ростом 47 сантиметров привнес в жизнь родителей счастье и эйфорию. Это мой первый ребенок, моя первая девочка, мое счастье. Я очень рада, что я родила девочку. Какие эмоции у отца? Очень счастлива. 1 июня в Бобруйском роддоме на свет появилось два малыша – мальчик и девочка. По доброй традиции с прибавлением мамочек поздравили главный врач города, Совет ветеранов, Белорусский союз женщин и депутат Национального собрания республики. Пусть радует вас добрыми, теплыми эмоциями, радостью, счастьем, каким-то солнцем. Пусть вот этот свет и солнце поселятся в вашей жизни. Это очень важно для каждой женщины. Цветы, полезные подарки для новорожденных и добрые слова, пожелания здоровья, счастья, радости. И приглашение скорее пополнить ряды школы раннего развития и творческих объединений города. Мы все время рады, когда приходят к нам детки, а детки к нам могут приходить с 3 лет заниматься. Естественно, мы будем рады, когда и они придут к нам и пополнят ряды наших объединений по интересам. Потому что разнообразные у нас есть занятия, есть и школа раннего развития для самых маленьких. Ну и далее они растут. Это вокал, хореография, изобразительное искусство, спорт. Уже после встречи с гостями новоиспеченные мамы признались, этот визит был неожиданный, но очень приятный. Даже не думала об этом как-то, но очень приятно, спасибо большое. Сегодня бобруйчанки с нетерпением ждут выписки, чтобы поскорее увидеться с родными и близкими. А Нина Рафаленок придумывает необычное имя для своей малышки и фантазирует, как будет наряжать и плести косы своей дочурке. Елена Кутузова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.